Сегодня едем на прогулку. Сейчас садимся в машину. Погода классная. Солнце яркое, жарит хорошо. Какие розы. Какие розы, посмотрите. Это в нашем дворе. Вот практически мы пришли. Здесь крутой очень подъем. Первым делом нужно набрать бутылочку воды. Здесь вода святая. Ну а как же, конечно. Все поняли, это Кива Печерская Лавра. Здесь довольно хорошо, довольно много людей. Как видите, мы всегда сюда приходим, не только мы, но и практически все приходят с пустыми бутылочками, с пустыми большими такими емкостями и набирают святую воду. На этой воде они готовят пищу. Они, почему они? Потому что, ну, мы-то взяли там немного святой воды. Я хочу пару слов сказать о святой воде. Вот у меня есть святая вода, которую я брала на крещение. Она стоит у меня более 10 лет. Прозрачная, нет никаких там ни зелени, ничего. Ну, что вам хочу сказать, особенно для тех, кто где-то, для киевлян, тех, кто выехали за пределы Украины, что все здесь очень хорошо. И, конечно, Киев – это очень большой город, и если у тебя есть здоровье, позволяет возможность, то, конечно, можно даже никуда не уезжать и не выезжать. Здесь столько таких вот красивых мест. В общем, скучно не бывает. Мы часто выезжаем, очень часто выезжаем в Лавру. Это для нас святое место, намоленное место. Сюда ходили мои прабабушка и дедушка. Моя бабушка ходила сюда, моя мама. И с этим местом связаны очень веселые истории и очень грустные истории. Вот. А сегодня ты поневоле приходишь, сюда вспоминаешь. Вспоминаешь всех и вспоминаешь обо всем. Иной раз хочется заплакать, да? Ну, бывают такие тяжелые минуты, у кого они не бывают. Кто мне говорил, Аллочка Ковальчук говорит, у нас бывают полосочки черные, полосочки светлые, полосочки, поэтому лучше пусть будет эта вот полосочка светлая, белая, конечно, более широкая и чаще, чем полосочка черная. Ну вот смотрите, сидишь и любуешься. Воздух здесь, конечно, замечательный. Ну просто замечательно. Вот я отдыхаю. Хотя мне немножко тяжеловато ходить. И таким, как я, потому что крутые, очень крутые подъемы, крутые спуски. Роз. Посмотрите, здесь сейчас пока только-только-только начинают расцветать эти розы. А немножечко позже, где-то через неделю, какая здесь будет красота. Я знаю, что многие хотят увидеть красоту, которая окружает меня сейчас. Но я не смогу подняться. Там очень крутой подъем. Я отправляю туда своих операторов, своего дорогого мужа. Они все поснимают и вам покажут.
Здесь никогда не скучно. Никогда не скучно. И тише, благодать. Здесь так спокойно и хорошо. Приятно просто посидеть и помолчать, и подумать. Ну, хотя бы подумать о том, чем я сейчас займусь дома. Обед я приготовила. Так вот, спрашивали, что бы ставить обед. Но обед у меня сегодня, знаете, самый любимый. И так, кстати, самый любимый после борща. Это гороховый суп. Так что, может быть, и видео с ней. Придем домой. Настроение хорошее. Отдохнули прекрасно. Надышались воздухом. Чудо. Просто чудо.